Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. По этой фразе ни одно поколение людей учили цвета радуги. И это не случайно, фазан – это яркая и колоритная птица. Каждый вид – это что-то прекрасное. В коллекции Самарского зоопарка их уже 10. Птицы, естественная среда обитания которых Китай, Вьетнам и Англия, уже привыкли к вольерам Самарского зоопарка и чувствуют себя комфортно. Новым жителям молодой паре ушастых фазанов только предстоит здесь обжиться. Своим забавным названием птицы обязаны перьям. Хохолки у них на голове напоминают уши. Такой вид появился эволюционно. Яркий окрас нужен для привлечения самок. Чем они интересны? Тем, что зимуют они в больших группах, фазаны. Ну, это, скорее всего, связано с тем, что легко от хищника защититься, легче ситуацию под контролем держать. Но когда наступает время отклада яиц, то есть брачный период начинается, они разбиваются на пары, что достаточно редко у корообразных, они в основном семьями живут, петух и несколько курочек. Эти в основном на пары разбираются и выводят птенцов. Живут такие особи в скалистой местности в Монголии, но к климату неприхотливы, благодаря пуху могут выдержать холод. Питаются насекомыми, семенами растений и ягодами. В среднем продолжительность жизни этого вида 15 лет. Птицы занесены в Красную книгу. Это 10-й вид фазанов, который у нас есть. Все они у нас выставлены в помещении эко-галереи, и сюда можно будет прийти и полюбоваться разнообразием курообразных птиц. Имена новым жителям зоопарка пока не дали. Сначала хотят изучить их характер. Впрочем, и так известно, что птицы довольно агрессивны. Поэтому работники зоопарка закрепили на клювах фазанов так называемые очки. Они ограничивают обзор, птицы не видят других обитателей и не вяжутся с ними в драку. За ними будут наблюдать и позже, когда птицы привыкнут к новому месту, очки снимут. Мария Левина, Николай Епифанов. События.